Мы хотели здесь, в этом зале, показать именно ключевые фотографии Сибири, сибирские кадры, когда вот этими простыми руками творились огромные масштабные проекты. История Норильска и Норникеля – это важная веха в современном освоении Сибири, в истории российской промышленности. Абсолютно неудивительно, что исторические кадры по строительству Норильска, по развитию Норильского комбината нашли отражение в фотолетописи ТАСС. Фотографам, конечно, здесь достаточно сложная задача, потому что в тот очень короткий промежуток времени, в стесненных и временных обстоятельствах съемки, сделать что-то очень выразительное с точки зрения эстетики фотографии, это просто подарок, если это получится. Но даже иногда просто зафиксировать ситуацию вот такую, уже достижение, и достойное того, чтобы это на выставке показывать. Там есть и политики, сейчас как уже сказали, там есть Фидель Кастро, который здесь побывал, и Шарль де Голь, который приезжал в 66-м году в Новосибирск, а потом сказал, будущее сибирского региона не может не быть прекрасным. И ведь прав оказался, смотрите. Регион прекрасен, Сибирь шикарна, просто мощь, она во всем. Для нас очень важно, чтобы история компании, история ее родного города была доступна, известна и знакома жителям Сибири, и поэтому мы с удовольствием поддержали эту выставку.